Итак, курсовые колебания объяснил министр Тимур Сулейменов. Доллар сегодня усилил позиции на рынке в обменных пунктах страны. За американца в среднем просили 339 тенге. По мнению Сулейменова, устойчивость национальной валюты следует оценивать не по отдельным всплескам, а по тому, держится ли она продолжительное время внутри определенного ценового коридора. И в этом плане тенге, по словам министра, по-прежнему стабилен. Как вы видите, тенге в течение вот, после того, как был отпущен свободное плавание, находится на достаточно стабильном уровне. И это самое главное. То есть мы должны к этому привыкнуть, что нужно теперь мерить не днями, неделями, а как бы там месяц брать, квартал, полгода и так далее. Что касается евро, ну вот для этого есть валютные пары. То есть мы все равно смотрим, как происходит, что происходит в Евросоюзе. То есть это не обязательно движение ослабления тенге к евро. Это может быть усиление евро к другим валютам, в том числе к доллару. Напомню, во вторник Кабмин обнародовал курсовой прогноз на следующий год. Это 340 тенге за доллар. Но Тимур Сулейменов призвал не связывать эту информацию с нынешними колебаниями.